Всем здравствуйте! Анна Ардова опубликовала у себя в блоге в социальных сетях фотографию из роддома с новорожденным малышом на руках. И подчеркнула, что это вовсе не кадр со съемок, как делают многие актрисы, а реальное счастливое событие в ее жизни. Артистка рассекретила и необычное имя младенца. Этому человеку один день, и мне позволили подержать на руках это счастье. Нам, будь здоров, счастлив, удачлив, силен, красив и богат, ура, поздравляю! Поделилась 53-летняя актриса радостью с поклонниками. Поклонники тут же бросились поздравлять Ардову с рождением сына, но актриса объяснила, что на самом деле это не ее сын, а сын ее племянницы, и она является бабушкой этого чуда. Напомним, Ардова дважды была замужем. От этих браков у звезды есть дочь Софья и сын Антон. Со своим вторым мужем, актером Александром Шавриным, Ардова развелась около 5 лет назад. Мужчина ушел из жизни вскоре после расставания со звездой. Ардова долгое время не могла обрести свое счастье. И вот, наконец, в прошлом году Анна рассказала, что снова счастлива в отношениях. Правда, имя и личность своего возлюбленного артистка раскрывать не торопится. Стоит отметить, что в поисках счастья и пары Ардова даже регистрировалась в популярном приложении знакомств. Правда, знакомства там ей не понравились, и вскоре актриса удалила приложение. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока.